Кажется, придется прыгать. В последних 6 месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции «Антарктида-1». 6 недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Алексей, Джек, Гарри, где вы?
Thank you.